Прошло более года после отмены рейсов и списания поездов «Аллегро», работавших на маршруте Санкт-Петербург-Хельсинки с 2010 года. Сегодня между РЖД и ВИАР продолжаются судебные разборки по этой теме. Финны планируют отказаться от своих кредитных обязательств, по сути, развалив совместную с нашей страной компанию Karelian Trains. Но если подобные события и так очевидны для большинства, то что вы скажете, когда услышите, что Украина хочет поставить эти поезда на свои рельсы? Недавно ребята из Укрзалезницы попросили финских коллег просто подарить им составы СМ-6 «Аллегро». Решение, по очевидным причинам, пока что не принято, но не стоит исключать возможность увидеть «Аллегро» рядом с «Тарпанами», не глядя на договоренности с РЖД.